Я просто немножечко представиться. Туркина Марина Алексеевна, детский хор «Новые имена». И поправить ситуацию. Только что перед вами выступали хор «Парное молоко». Для тех, кто не знает. И вообще на этой сцене, мне кажется, и в зале самые счастливые родители, самых талантливых детей. Правда? Сами все похлопали. Очень здорово, что Сергей Владимирович пригласил нас выступить. И мы счастливы разделить с ним эту сцену, любимую нашу. Мы уже 20 с лишним лет базируемся в Дворце культуры молодежной. Любим очень этот дворец. Вот. Итак, детский хор «Новые имена». Сейчас я вам представлю самых маленьких наших. Вы знаете, недавно раздался звонок, и дети, которые выпустились уже десяток лет назад, вдруг сказали... Не, микрофона не надо, у них радио. Спасибо. Выходите, ребята. Пока. Да, самые маленькие. Ребята выпустились, но они все время жаждут, хотят петь. И поэтому они позвонили и сказали: «Марина Алексеевна, можно мы придем и порепетируем что-нибудь с вами и споем обязательно?» Поэтому у них сегодня дебют. Это ансамбль, мы его назвали на зарубежный манер New Names. Ансамбль New Names. И ребятам, пожалуйста, слово. «Святой Урал», «Казачья песня» в обработке Капланского. Микрофон работает. Тут. Седой